Энна и Анжелика, две сестренки-близнецы. Они очень любят кататься на скутере. А какая оказалась грязная лужа, посмотрите. Ой, боже мой, что она делает? Да, зовем всех на помощь. Эй, нам нужна помощь помыть машину. О, какие молодцы. Ай, какая огромная щетка. Для такой маленькой машинки-то очень большая щетка. Берем ведерочки и вперед. Сначала мы нальем водичку. Ну как можно помыть машину без воды, правильно? Теперь мы поливаем и смываем всю самую основную грязь. Бай-бай, грязь! Да здравствует чистая машинка! Как вы думаете, это все? Нет, это еще не все! Смыли грязь, а теперь нам нужно мылом ее помыть хорошенько! О, это такое классное мыло, я вам скажу! Оно так вкусно пахнет! Я теперь начинаю звучать шип-шип-шип-шип-шип-шип. Чисто-чисто, труба чисто, моем-моем. Труба чисто-чисто-чисто-чисто-чисто. Будет-будет труба чист-чист-чист-чист. Смотрите, какая становится очень чистая машина. Как думаете, это все? А? По-моему, это еще не все. Так, еще водички добавим. А теперь протрем. Конечно, мы пробьем эту машину досуха. Да, разноцветными такими разными тряпочками. Отлично. Ой, кто-то спрятался. А, вот ты где, это была Вика. Так, а теперь мы полируем машину, чтобы она блестела. На солнышке. И без солнышка тоже блестела. Улеглась проспала. Окей, здорово. Такая теперь чистая, классная машина стала. Посмотрите, какая она. О, она вся сверкает, вся блестит. И спереди, и сзади, и сбоку. Вау, а девчонки все в пене. Боже мой. Ой, какие же они смешные. А теперь нас их поют водичкой! Ууу! Джамп, джамп, джамп! Бегите! Иха! Ой! Риша поливает всех водичкой! Берегись! Оу! Неожиданно! Ладно, всем пока-пока-пока!